В Севастополе на Приморском бульваре состоялся бал, посвященный святому воину Федору Ушакову. В танцевальном вечере, организованном общественной организацией «Центр адмирала флота российского Федора Ушакова», при поддержке севастопольского благочиния приняли участие местный клуб исторического бального танца «Возрождение», моряки Черноморского флота России и гости, которые присоединились к постоянным участникам в процессе репетиций. Очередной бал на Приморском бульваре в Севастополе посвятили памяти святого праведного воина Федора Ушакова. Сегодняшний бал даже носит название «Адмиральские 2 часа», потому что 2 часа времени мы надеемся провести в память адмирала. И на этой площадке принимает участие Севастопольский клуб исторического бального танца «Возрождение», наши моряки и гости, многочисленные гости города, которые, видя наши репетиции, присоединялись и захотели участвовать в празднике. К участникам бала не выдвигается никаких требований. Танцевать берут всех, и совсем юных, и убеленных сединами, и постоянных участников встреч, и тех, кто пришел в первый раз. Вся программа строится таким образом, что перед каждым танцем проходит обучение, небольшой мастер-класс. И любой человек, новичок здесь, он, во-первых, здесь, знаете, он просто чувствует поддержку других людей, заботу. Пачка, и пошли на свое место. Раз, два, три, и все сначала. 4. Постоянные участники предварительно оттачивают мастерство на репетициях. Программа бала непроста и насыщена. Падеграс, пазефир, вальс миньон, вальс бастон. Так как тема Федора Ушакова, то греческий танец сиртаки, вальс малый фигурный. Так еще же вальс марш карусель, полька тройка. На протяжении 4 лет поддержку организаторам бала Центру адмирала флота российского Федора Ушакова оказывает севастопольское благочиние. Я вам скажу так, что когда мы начинали, севастопольское благочиние было единственное, кто его поддерживал. Вот. К нам начали скептически, говорили, разве церковь должна этим заниматься. А когда увидели добрые плоды, стали даже проводить коммерческие балы почему-то. Но мы уже в коммерческих вариантах не участвуем. Это вся разница. Ты становишься нужным. Ведь все танцы строятся так, что ты держишься за руку с другими людьми. А этого, видимо, так не хватает. Какой-то человек может быть одинокий, может быть чем-то опечален. И вот он здесь ходит, и вдруг видит, что здесь его приглашают и ждут. И ему рады. И понимаете, а радость сейчас где купишь? Да? Даже если у тебя полный карман и денег. Радости нигде не купишь. А здесь ее дают даром. Удивительная была такая ситуация, когда во время репетиции, вот перед одним балом, женщина одна засуетилась, забегла и говорит: кому здесь платить, чтобы туда зайти? Мы даже опешили, представляете? Настолько люди уже привыкли к тому, что все продается. С каждым разом постоянных участников бала становится все больше. Первый раз я побывала на Синопском бале в Морском университете. Мне очень понравилось, и я участвую теперь в Рождественском и в Майском. И теперь каждый раз, когда проходит, я стараюсь участвовать и в балах, и в репетициях. Это радость, это счастье, это ощущение себя женщиной, потому что рядом настоящие мужчины. Я думаю, стоит каждому научиться танцевать вальс, ведь это красиво. Вернулись домой, Севастополь родной, вновь как прежде каштаны в цвету. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.